Что ты говоришь, звучит райской музыкой для моих ушей. Воистину, надо быть баскетбольной корзиной, чтобы не слушать. Дорогой мой, в наше время вы можете иметь только 11 игроков. А вот у Алибабы, к примеру, их было 40. Правда, не игроков, а разбойников. Господи, да здесь и для муравья места не останется. Это производители мультфильмов считают себя такими умными. Вот поэтому мой предок Мак Али установил правило, регулирующее количество игроков. Правило гласит, что в официальных матчах количество игроков каждой команды ограничено 11, включая вратаря. И в зависимости от соревнования у вас может быть от 3 до 7 запасных. Абсолютно правильно. Все игроки должны иметь номера на майках, чтобы их можно было легко отличить. Имена и номера игроков должны быть сообщены судье до начала матча. Мак Али также установил местонахождение игроков на поле и правила их поведения. Так, голкипер — это единственный игрок, имеющий право брать мяч в руки. А защитники — это игроки, находящиеся вдоль боковых линий и осуществляющие нападение, либо защищающие ворота, и играющие на всем протяжении поля. Правильно. Али Робер, попробуй. Полузащитник помогает левым и правым нападающим и центр-форварду, если их атакуют соперники. Почему его не остановили? Разве не может игрок допустить одну ошибку? Задача состоит в том, чтобы, объединившись, взломать защиту соперников и перенести игру на их половину поля. Мне нравится взламывать и ломать. Нравится? Я сказал взломать защиту, а не поломать игроков. Это нарушение правил игры. Совершенно справедливо, Мак. Честная игра превыше всего. Да, похоже, это может превратиться в довольно утомительную игру. Игрок разыгрывает мяч с середины поля до позиции атаки, делая длинные пасы игрокам своей команды, чем-то походя на дирижера оркестра. Боковые нападающие получают мяч вдоль боковой линии, летящий на огромной скорости. Затем они переправляют мяч в центр половины поля соперника, чтобы центральный нападающий мог забить. Центр-форвард находится в центре атаки впереди игроков своей команды. Он получает пас от боковых нападающих и старается забить. Я уже забил 7 голов! Это же гол в свои ворота. Игру нельзя ни начать, ни возобновить, если в команде менее 7 игроков. Максимум 3 замены могут быть сделаны в официальных матчах, но в товарищеских встречах замен может быть больше, если обе команды согласны с этим и дали знать об этом судье. Хорошо, иди-ка, пусть о тебе позаботятся. А кто заменяет вратаря? Другой вратарь. Когда все замены уже произведены, любой неиграющий игрок может встать на место вратаря в ворота. Может, хватит с этой глупостью? Конечно, но правила замены игроков не были совершенны. Некоторые команды пользовались преимуществами, вытекающими из этого обстоятельства. Наша техника отстает, наш единственный шанс на победу — это травмировать наших соперников и причинить им боль. Я больше не могу сделать это. Выездная сессия? Что поделаешь? Деревенщина, ты сломал один из моих микрочипов. Мой предок времен крестоносцев Мак Импортиал узнал про это и разобрался с этой проблемой быстро. Этот план не может дать осечки. Давай я покажу, Мак. Они планируют вывести своих соперников из игры, как будто нет правил замены. Дайте мне подумать. Вот так и возникали правила замены игроков. Если судья полагает, что игрок серьезно ранен, он останавливает игру, игрока уносит с поля, и он получает соответствующую медицинскую помощь. Медицинскую помощь прямо на поле оказывают только вратарям. И то только в случае, если они не истекают кровью. Все в порядке? Игроки, столкнувшиеся с голкипером, могут получить медицинскую помощь прямо на поле, если не истекают кровью. А что, если игрок начинает чувствовать себя плохо во время игры? Он может покинуть поле. У меня обувь не в порядке. Могу я покинуть поле? Вбрасывание мяча. Сейчас можешь. Игрок, желающий покинуть игру, должен ждать, пока ему не разрешит это сделать судья. Что ж, в этом есть смысл. Игрок, покинувший поле, не может больше вернуться в игру. Прямо как в этом случае. Гол не засчитывается. Игроки могут начинать игру где угодно, но вышедшие на замену только от средней линии. Все в порядке. Через минуту ты будешь в деле, не волнуйся. Ну и что это вы там делаете? Вперед, не будь глупым. А теперь вперед и хватит вести себя как обезьяна. Помощник судьи указывает судье, когда замена необходима. Правильно, самое важное, что необходимо помнить, так это то, что в футбол нужно играть честно, особенно в том, что касается травм и замен. Умышленные нарушения правил — это нечестная игра. И имитирование травм или умышленное затягивание времени на замены тоже не является честной игрой, хотя некоторые до сих пор этим пользуются. Так, помните, первое правило футбола — играй честно, и мы все победители.